После затяжной зимы ульяновцы явно соскучились не только по весне, но и по традиционным ярмаркам. Первая сельскохозяйственная торговля этой весны прошла в железнодорожном районе Ульяновска. На время проспект Гая превратился в большой базар. Продажа осуществлялась 208 машин. Кстати, ярмарки дали название «Крымская весна» в честь пятилетней годовщины присоединения Крыма к России. По этому случаю творческие коллективы города составили тематическую концертную программу. Хочу сказать, что та программа, которую мы организовываем, традиционно на каждой ярмарке, соответственно, это и культурная программа, соответственно, спортивные мероприятия, в том числе у нас здесь действует ярмарка вакансий, где может каждый житель города, соответственно, ознакомиться с теми возможностями, где можно трудоустроиться. Большим спросом у населения пользовалось мясо, его было продано больше 24 тонн, и картофеля 11 тонн. Также покупатели приобретали овощи, сахар, рыбу, крупы, фрукты и молочные изделия. Торговля принесла фермерам выручку в 9 миллионов рублей. По подсчетам профильного ведомства, торговлю посетили порядка 12,5 тысяч человек. Следующая ярмарка пройдет 23 марта в Новоульяновске.